Всем привет! Меня зовут Сергей Нежданов, я преподаватель йоги и медитации. Я вас хочу пригласить вот таким вот зимним утром. Посмотрите, что я в окна сел специально. Сегодня выпал первый, наверное, снег в Питере. Я вас хочу пригласить на йога-тур на Новый год в Дахаб, это в Египте. Кто не знает, бедуинская такая аутентичная деревня, куда я езжу уже много-много лет. Нас там ждут Синайские горы, пустыня, Красное море, ну, собственно, бедуинские различные угощения, хорошее питание, да, проживание в уютных отелях. И в Дахабе есть восточный рынок, где можно купить свежих овощей и фруктов, а также вдоль, вот там вся история вдоль бухты, вдоль променад, и все вдоль моря. У нас будет с вами возможность сидеть, ну, например, завтракать, и прямо под ногой будет плескаться Красное море с рыбками. То есть это уникальное место, где можно получить массу впечатлений, удовольствия. Не только от практики, но и от самого места. Это, когда меня спрашивают, почему Дахаб, у меня ничего не находится в ответ, как сказать, потому что это реальное место силы. Точка. Под видео будет ссылка на информацию. Читайте, записывайтесь. Сейчас еще есть билеты по хорошей цене. Не откладывайте это на потом, потому что захочется уехать, а будет дороже. Все, жду брони.